Всем шалом, здравствуйте, добро пожаловать на мой канал, меня зовут Сергей. Сегодня я сделаю фаршированную капусту, шампиньоны, зелень и грецкие орехи. Рецепт очень быстрый, очень подходит для веганов. Мы приступим с капусты. Воду я поставил для бланшировки чуть-чуть. Мы будем ее бланшировать, чтобы она была удобно нам работать и чуть-чуть мягкая была. Значит так, мы разрезаем капусту на 4 части. Верхушку, вот эту верхушку, я чуть-чуть ее срежу, кочерышку, да? Отлично. Мы будем бланшировать капусту на пару минут. Вся капуста у меня не влазит, так сделаем это на два этапа. Так, пока здесь мы бланшируем, мы не будем терять время, а займемся начинкой. Начинка, как я и говорил, шампиньоны, лук и зелень и грецкие орехи. Включаем сковородку. Растительное масло. И максимально мелко мы режем лук. Средний огонь, пустомица. Средний огонь. По-моему, получил немножко цвет золотистый. Так, перейдем к шампиньонам. Шампиньоны тоже мы порежем, как и наш лук. Так. Лук у нас получил красивый цвет. Можно уже закидать первую партию шампиньонов, чтобы лук не сгорел. Отлично. Все быстренько нарезали. Капуста у нас готовая. Отлично. Так, мы перейдем. У нас грецкие орехи. Можно любые орехи, которые вы любите. Можно пеканы, кстати, тоже будет прикольно. И тоже мелко порежем. Все мы делаем на среднем огне. Так, можно уже посолить и приправить. Приправлять мы будем куркума, пол чайной ложки. Сладкая паприка, мы кладем ложку чайную, и корица. Корица мы немного положим, буквально столько. Так, у нас есть петрушка. Тоже максимально мелко. И мята.
Мята у нас, нужно будет чистить ее от стебелька, потому что стебелек чересчур крупный. Все, много не надо, чтобы не захватило все в наше блюдо вкусом мяты. Скручиваем. Все, выключаем газ. Пусть пока не отдыхает. Одно мы забыли. Мы забыли цедр лимона. И добавим чуть-чуть. Такой фреш у нас будет. Класс. Значит, мы так сказали. Мы берем противень. Духовку мы уже включили на 200 градусов. Сделаем такую подушечку для наших фаршированных капусты. Подождите, чуть не забыл про чеснок. Чеснок мы тоже кладем в конце. Мы хотим его чуть-чуть ощутить вкус чеснока. Буквально один зубчик чеснока. Сейчас его быстренько превратим в пюре. Немного соли. И перетираем. Именно в самом конце, чтобы он дал больше вкуса чеснока, чтобы вкус чеснока не потерялся. Правильно, правильно. Вот, другое дело. Она даст нам немного бульона и вкус. И снизу не подгорит. Значит, мы так распределим это. Обязательно зелень, нашу мяту. Вуаля. Значит, что мы делаем? Мы берем начинку и кладем это внутрь. Берем пару листов и также начинку. Много не надо. Начинку я клал на глаз. Останется. Будет не хватать, ничего страшного. Отлично. Мы это сделали. И теперь немножко сжимаем. Чтобы у нас там получился такой мини-пресс. Супер. Начинка у нас как раз хватило на последнюю четвертинку капусты. Такая большая у нас вышла. Сжимаем. Кладем. Духовка у нас включенная. Растительное масло сверху. Отлично. Немножко соли. Все, это мы кладем в духовку и включите конвекцию. Так, ровно полчаса у нас прошло. Получил идеальный
идеальный красивый цвет. И мы еще засунем его в духовку еще на 10 минут, только с фольгой. Та же температура, 10 минут, и блюдо готово. Значит, по времени. Опа! Класс! Супер, как я и хотел. По времени, полчаса без фольги. 10 минут с фольгой. Температура 200 градусов с вентилятором, как его, конвекция. Давайте это красиво подадим. Немножко подложку. Немножко сока. Отлично. Теперь я обязательно сюда добавлю майонез, сметану. Вот так с краю. Кто хочет, может не подавать. Мне кажется, это будет очень вкусно. Сверху. Фреш лимон. Боже, это выглядит просто вау. Давайте порежем посередине и посмотрим. Я вам покажу, как это получилось. Красота, красота. Похоже чуть на лазанью. Вкус. Сметанка. Приятного аппетита, батавон. Очень вкусно. Во. А я пошел кушать. Я с вами не прощаюсь. Увидимся скоро. До скорой встречи. До свидания. Литрот.